Мне позвонил сотрудник МТС, сказал, что мои паспортные данные попали к злоумышленникам, что на мой номер переоформлена переадресация. В Октябрьской ОВД обратилась жительница столицы, которая стала жертвой мошенников. Через мессенджер девушке позвонил незнакомец, который от имени оператора сотовой связи сообщил, будто преступники похитили ее паспортные данные и установили на абонентский номер переадресацию. Чтобы отключить ее, девушка перешла по предоставленной ссылке и установила приложение удаленного доступа. Тем самым предоставила злоумышленникам полный контроль над своим телефоном. Потом он мне сказал, что нужно почистить телефон. Я увидела, что он как-то заходил удаленно в мои приложения. Потом вообще мне сказал, что у него есть подозрение, что на мне установлены какие-то жучки, и что ему нужно в этом удостовериться, что у меня их нет. Для этого у нее потребовали полностью раздеться и установить камеру своего мобильного телефона так, чтобы ее было видно. Спустя время девушке написал неизвестный пользователь, который стал угрожать распространением видео ее знакомым. По данному факту проводится проверка. Напоминаем, если вам звонят в мессенджеры и предлагают сменить тарифный план или получить иные услуги мобильной связи, незамедлительно положите трубку и обратитесь к своему провайдеру, а также в милицию. Не сообщайте никому свои персональные данные и не скачивайте приложение по присланным ссылкам.